Так, либо мира. В общем, давайте начинать. Ведьма. Ведьма вот у нас такая вот. Story мод. Заходим. Блин, сейчас такие годные модификации стали выходить, ребята. Прошу прощения, что так долго не было роликов, ребят. На самом деле, я пытался отдохнуть, но чуть не особо у меня это получилось. Майра. Так, у ней 3 трека. На харде, как всегда, очки сохранены, но, ребят, я не проходил. Так, начинаем, ребят. Вау. Это бесполезно. Но почему я должна все начинать заново? Бип! А? Привет, кто это был? Бип, шкида, бип! А, какой милый маленький парень. Я тебя не увидела там внизу. Хе-хе-хе. Я могу тебе чем-нибудь помочь, дорогой? Я здесь занимаюсь важным делом. Бип-бип! Вы указали на странную книгу в руках женщины. А, тебе интересно узнать о моей книге? На твоем месте я бы не прикасалась к ней, дорогой. Это очень мощная книга. Академия предоставляет ее, кто занимается магией, как я. Вот почему я здесь. Я практикую здесь перед завтрашними экзаменами. Но что-то пошло не по плану. Видишь, некоторые заклинания требуют работы двух людей. К сожалению, у меня не так много друзей, чтобы практиковаться с ними. И вообще всех, ну неважно. Если я не смогу снять заклинание до завтра, то у меня отберут эту книгу. Никакой больше магии. Интересно, разрешат ли мне хотя бы оставить шляпу? Бип-шкида-бап! Вот ты сказал, дорогой. Я думаю, я ослышалась. Вы еще раз указываете на книгу. Ты хочешь помочь мне попрактиковаться? Ох, это было бы так мило с твоей стороны, но... Ты раньше творил какую-нибудь магию, дорогой? Бип-ап-шкиру-бип! Так понимаю, это означает нет. В таком случае, дорогой, давай изучим основы, прежде чем начать. Повторяй за мной 3, 2, 1. Блин, это круто, ребята! А, смотрите, Нене! Там Нене, смотри! О, Гарселла! Я увидел, ребята, Гарселла там! Да ладно, мы что, будем сейчас? Крюмей... Амангас, ребята, там Амангас! Шериф какой-то... Не знаю, что за шериф. Это... Зловеще смеется. Блин, мне кажется, она плохая ведьма. Или хорошая, как ты думаешь? Знаете, ребята, меня что больше всего забавляет, то, что какого фига мы вообще на кладбище-то оказались, я что-то не понимаю. Реально, что мы тут забыли? То в подворотне у Итси как бы были вопросики такие, типа, что мы там забыли, а тут кладбище. Какого фига? Не, ну слушай, если мы Гарселла как бы возродим, это прям круто будет.